Смешно, плохие шутки. Беремся холосо. Я согласна. Все, я шлюха. Все, клепайте, я шлюха. Все. Ачху, бля, ебать. Жизненно. У меня камера! А если бы я была голая, блядь, мудак, сраный! Рада! Подождите, а что за гранаты? Откуда там гранаты появились? Или они были? Я уже орех забыла просто. Они и были? Серьезно? Все, меня память совсем отшибла. Не, я больше не буду шары эти про него. Не-не-не-не-не, что-то у меня память того уже. Ладно. Почему купили вот так? Ай, блядь! Тупо комбо. Вчера за 3000. Шорты у тебя есть. Да. Я ж думал, ты бед... Оу, ма, Лиза! Без всего. Отдыхает бан? Вес плавал. Либо тебя подставляет чат, либо тебе ебал. Сука, я так тебя хоть огибу, а твои родные, сука, блядь, выражаты, сука, гниль ебучий. Ладно. За Сеню обижена, потому что... Потому что... Хеймеров. Почему? У меня хейтеров много, потому что... Потому что... Потому что они считают, что я носатая. А как, блядь, понимаю, нахуй? Как же, блядь, понимаю, блядь? Амина, блядь, жизнь такая штука, блядь. Может всякое случиться, понимаешь, блядь? Он, этот чувак на работе, он хочет спать. А, этот спать, чувак на работе, спать этот нельзя. Хочет спать. Конечно, нельзя, братан. Ты чё, ни в коем случае нельзя спать. Вообще, сон от лукавого. Ты знаешь, что в 18 веке казнили спящих? Прям пока они не проснулись, блядь. Мёртвыми, блядь, они не проспали. Спасибо! Опа, спасибо! Написать, что там сделать. Очень годные, КСТ. Мне зашло, но я ждал от тебя лайка намек меньше, чем 3. Лайка намек? Да я никого не лайкаю, я не вижу в этом смысла. Блин, спасибо огромное. Спасибо большое, сейчас тебя запишу. Кстати, мне сигну не сделали? Ну, я завтра еду... В Зеленоград, давайте в Зеленограде на фоне какого-нибудь, знаете, дома такого старого, прям, знаете, как будто в деревне, там, найду где-нибудь курочек с курочками, сфоткаю, сделаю сигны. Как такая идея? Вам нравится? Правда, я завтра не высплюсь, и наверняка не получится плохими, ну да ладно. Спасибо, Мюкс. Все, я тебя записала. А... Дэдбоя... Нет, я тебя не записала. Ничего, ладно, сегодня я запишу, ой, пост в ВК выложу, если кому-то там не сделала сигну, разберемся. Поподробнее, когда едешь, спишемся в ВК. Ты хочешь со мной поехать? Я поеду на Бибики, если что. Потому что я посмотрела, если ехать до Зеленограда своим путем, то знаете, сколько выйдет? Я просто посмотрела, сколько ехать от моей станции метро до конечной станции метро, то это выходит просто жесть. И сейчас я скажу, подождите. Так, это мне нужно транспорт, да, открыть? Транс... Не, ладно, давайте на картах. Я посмотрю. Какая там улица находится? Так, мое местоположение. Куда, кого... Инвалиденштрассе. Нормально. Ого, Дакар. Дакар, что тебе писать? Насигнули. Спасибо большое. Промят мы уже посмотрели. Мы премьеру смотрели. Оджи. Принц. Ничего себе. Никнеймы. Ладно. Слушайте, а давайте второй раз посмотрим видос, а потом через полчасика еще третий раз посмотрим. Вообще отлично. Так. Я из этого города? Подождите, а куда ехать? Как называется? Я забыла, как улица называется. Улица Шнырёва. Я просто смотрю, куда я ездила. Инвалиденштрасс и улица Шнырёва. Нормально. Норм такие, просто.
Так, вы что, даже не запомнили? Вы еще не выучили, где находится компьютерный клуб Хардплея? И вы мне не скажете, где он находится? Если что, завтра Хардплей всех собирает, и я там буду. То есть вы тоже можете приехать. У него как раз-таки в инсте вышел видосик, где он всех зовет. Так что вы тоже можете. Куда? Новокрюковская. Ну и название у нас в России. Новокрюковская 10. Если я поеду на метро с пересадкой, с двумя пересадками, на автобусе, а потом на трамвае или троллейбусе, то это у меня займет 2,5 часа. Поэтому я поеду на бибике. Я не знаю, правда, сколько будет стоить бибика. Ночью смотрела, 1000 стоит. Наверное, вечером, днем будет дороже, конечно. Но а что делать? Потому что 2,5 часа. А, сколько? 2300 стоит такси. Если сейчас ехать, то по пробкам это займет 2 часа. Господи. О, боже, все, я не еду никуда. Блин, 2300 такси, что? Еще обратно? Блин, я, походу, в Зеленограде останусь ночевать. Ладно. А, между Джей Принц с Трэшкой? Да, Трэй, я поняла. И сердечки сейчас запишу, сердечки. Да, походу, надо палатку с собой брать. А головы нет, в тумбочке. Они на тебя не смотрят. Привет! Ты дурак! Я берегу! Я такой же дурак, как ты! А, это слышно было, я думала, это не было слышно! Он кричит, я такой же дурак, как ты! Помоги мне! Я, короче, остался один дома без родителей, мне было скучно. А я смотрю, кошка грязная какая-то, бля, думаю, дай помою ее. Короче, положил ее в ванну, ну, с водой. Она промокла, пиздец. Я ее пытался помыть, но ничего не получилось. И, короче, я думаю, блядь, не, кошке же нельзя мокрой ходить. И решил, короче, духовку запустить. И, короче, положил кошку в духовку. Вот. Закрыл духовку и ушел. Мне кажется, матерси ненавидеть будут. Блядь, что так гарью пахнет? Я потом вспоминаю, бля, я же кошку положил, короче. Открыл духовку, но она нормально жива, я ей чуть-чуть подпалил, а там духовка просто старая была. Если была бы нормальная духовка, мне бы мама таких пизды дала, это пиздец. А я жил на 4-м этаже, она бы меня нахуй скинула с балкона, отвечаю, скинула бы. Ну, кошка, кстати, жива, наверное. Ну, сейчас уже вряд ли. Ну, тогда была жива, нормально, но она потом ко мне вообще не подходила, блядь. Она, если меня видела, она сразу съебывала куда-то. С 4-го этажа могла спрыгнуть, нахуй я бы помню, меня не видела. Смотрите, как она вылизывается, чат. Ох, 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 и нализывает. Такая чистюля. Луна, все в порядке? Как ее зовут? Луна, все в порядке? Так. Так. Да, завтра к Харду еду. Подозрительно. Да, ты чистая. Самая чистая кошка. И она у него тоже веслоухая. Вот это совпадение. Чуваки, нахуй. 3000. Шорт. Блять, да ну нахуй. Лис, что за хуйня, слышь? Ты вообще, блять, их не одевал бы, наверное, так бы лучше был. У тебя есть. Да. Я ж думал, тебе без всего. Самые обычные две с половой. Не, можно я сам посмотрю, я просто там... Вчера за 3... Лиза, блядь. Блядь! Ты думаешь меня так просто трахнуть? Да я сам тебя трахну! Ублюдок, блядь! Блядь! В общем, ладно. Ладно, ребят, я пойду. Мы про мят уже смотрели, можете зайти в видеозаписи. И вот наш стрим там промотать как раз-таки на час назад. Вот, да, на час назад промотайте. И там мы видосик смотрим, держу в курсе. Даже на я час 13. Уже... Блять, уши устали, честно говоря. Уши, голова, блять, всему пизда. Всему пизда. О, не, не уходим, остаемся, бля, остаемся. Блин, это так жизненно, это очень жизненно. Ой, стример здесь еще, видос смотрим. Блять.
Я, кстати, это... Я Биг Стар опять апнула. Я почти Беркута апнула. Там одной победы не хватает. Там будет сколько? Где-то 6 побед подряд. И у меня будет Беркут. Поэтому мы на стриме больше не играем. Что-то без стрима так хорошо получается, кстати. Он там траекторию такую, блядь, закинул, пиздец. Посиди. Тут просто офигенно. Чёрт, Райан, смотри, что ты... Стример все сломал. Просто вытащил палочку одну. Так, аптечку я заюзал. Заюзал. Так, теперь мне нужно не завафлить, ребята. Не завафлить, реально. Стрим вообще как-то не везет, если честно. Шу, по-любому, смотри. Сфоткай. С водителем внутри. Я бы застеснялась. А еще я подумал его переименовать в Толю. Типа, жмых это неинтересно, но Толя. Толян. Вот это другое дело, прикольно. Толян, Толя. Толя заебись. Толя Жмышенко, ебать. Во. Не знаю, почему Толя уебанское какое-то имя, честно. Поэтому и Толя. Fuck you, труба. Fuck you. Fuck you того человека, который это представил. Fuck all. Так, здесь никак, здесь закрыто. Хорошо, договорились. Так, пошли дальше. Ну, блин, здесь только один путь мелком отмечен. Значит, нам сюда... А, блядь, Настя, иди нахрен! Ты чё, блядь? Ты чё, охренел, что ли? Да пошли вы в жопу! Алло, где он? Не понял. Или он на основном, типа, выходил? Сейчас чекнем. Куда вообще основной делся? Что за бред? Я не понимаю, их забанили, что ли? А, походу, реально, смотрите, канал забанили. Потому что вчера выходил видос, я точно... А, вот он, я увидел. Ну, а, серьезно, их забанили, прикиньте! Twitch FM забанили, остался, короче, резерв только. Нифига, я не знал даже. Нет, жестко, конечно, жестко. Ладно. Какой путь? Папа, Путин! Что случилось? Ты чего? Куда ты не хочешь? Я не хочу умирать! На гонке не хочешь? Сейчас приду. Мне нужно, чтобы ты нашла Джона Уика. Я не знаю. Можешь снять, пожалуйста... Можешь, пожалуйста, снять каблуки? Я чувствую себя, это... Немножко неловко. Да. Надень маску. Не понял. А в чем проблема? Все в порядке, ничего не слетело вроде. Не понял. Я бы, кстати, мою карточку бы забрал, ну так, чисто, по прикольчику. Кто-то чел мне стрелялся. Fortnite. Нифига себе. Блин, ёб твою мать! А что это? Ну, блядь, лучше! Красиво. Ладно, я уже. Че? Люблю тебя. Правда? Конечно. А ты мне? Нет.
попалась. Потому что ты... Ну и нахуй ты это сделала, тупорылая, блядь. Зебала, блядь. А нахуй ты так говоришь? Блядь, ты так по-уебански это делаешь просто... Мне кажется, это уже было просто дико предсказуемо. Пиздец. Ты можешь хейтерам сказать все, что о них думаешь. Пока вы хейтите, я просто хуй на это кладу, поэтому не... Ля, какая хавает! Тише, тише, нихуя, как она... Ебать, там рама два вандама, ебаля какая, нихуя себе. Сука, по 200 тысяч в день получает, а сами, сука, они пришли сюда в рванье, блять. Как читбан, который в свое время сидел в одной майке и говорил, у меня нет денег, потом инфинити купил. Так вот, все эти стримеры пиздят, это я сам по себе говорю, у меня у самого 30 лямов лежит на счету, я сейчас думаю, куда мне въебать, Москва, Питер или Лос-Анджелес. Пиздоболы, пиздоболы. Все стримеры пиздоболы, у всех куча бабла, и все, сука, ходят в золоте, нахуй. Это просто вы не видите. Это все чисто, это вот, да. Я лучше спрячусь, пожалуйста. Я вам говорю. Он врет. Это все неправда, он врет, врет, врет. И он предатель. Просто предатель. Завтра 19.00. Ноль, Топ Хелл, Центральная площадь, один город Зеленоград, состоится концерт, посвященный открытию клуба Хардплей Зона, приглашаю стримеров. Да, мы идем, идем со зрителями, да. А что, о, красивые стоп-кадры. Денег на такси? Не, у меня есть деньги на такси, но тут как бы, знаете, есть вариант, либо же я буду с Фиксом, либо же я на такси поеду туда-обратно. Блин, что за стоп-кадры? Okay, all right, yeah, the chat, yeah, yeah. So it's a live stream. It's a recording, it's live, it's literally live. There's like 2,000 people that just saw that. Не, ну, мне завтра просто еще нужно в больницу ехать. А я не знаю, где она находится. Где-то в центре, а потом уже... А, она находится вообще в другой части Москвы, еще дальше оттуда. People, if you wanna... Hello, people! Come and hang out! Yes! Come and hang out! В смысле меня Хардплей не пустит? Он же позвал. В смысле не пустит?